Привет, друзья! Экипаж российской БМП-3 и танка Т-80 рассказали, чем лучше защищать боевую машину от дронов. Сейчас на танках и БМП, помимо мангалов и РЭП, используются два вида дополнительной защиты от дронов – сетки и цепи. Ну тут, как говорится, сколько людей, столько мнений. В основном люди считают, что цепи лучше, но цепь – это гарантия того, что FPV-дрон точно сработает. В такой же сетке, как показывает практика, очень часто дроны путаются и не детонируют. У наших коллег на БТР была такая ситуация при недавнем штурме. FPV был заглушен рэпкой, но на остаточном все равно долетел и запутался в сетке. Не сработал. Усики отлетели, заряд остался. То есть мы тоже поехали выполнять боевую задачу, и на нас 6 камикадзе прилетело. Выдержало, и техника нас вывезла. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.